Нравились дети читать стихи. Семенова Полина, 7 лет, город Воронеж. Игорь Тальков, о классе, пульте. Конец урока. Время шепчет скоро домой. Преподаватель читает нам блок. Вдруг перед школой проходит слепой. На поводке у него собака. Самый надежный и преданный друг. Вдруг наш остроплоский и задавака смотрит в окно и смеется, да вслух. Слепой неуверенно как-то шагает, тычет палочкой в мокрый снег. Ребята это зрелище так занимает, что шепотом следует учить мир. Смейтесь, конечно, что ж не смеяться над бедным несчастным слепым стариком. В оправдании скажут, что не смогли удержаться. И смех стал другом вам деле порохом. Сыты, сыты, одеты, одеты. Никогда не слыхали грохот войны по обнаглевшим жиру кадеты молодой и свободной страны. К вам обращаюсь я, комсомольцы, в кавычках. Правда, и сами не идеал, но вопреки моей к смеху привычки, герой войны я не смеял. Зажрались, залились, зарвались, забылись. Не помните тех, кто вам жизнь сотворил? Тоже ведь был влюбленный, но пуль сраженный не дожил и не долюбил. Ребята, давайте такими не будем, ведь каждому же что-то хорошее есть. Давайте сознание наше разбудим, совести наше прикажем.